Tibi ave, ibi manere. Stante, mora. Oh, wat hecht me nog? Nu is het. Ιδιώτη, ώρα αν βούλιμη τη μηχανάστε ή να εξέλθεις. Damned! Davis, Ιδιώτη, ώρα αν βούλιμη τη μηχανάστε ή να εξέλθεις. Ραβδούχους ερώραγκας, πράττην όσαν εμού ουκ... Στέκορε σάγκτο! Οι, εις μέιζον ως αυσίστες! Ναι, τρού! Εν τον μοβέρε! Βίδ βοξ έρατ! Του κουόκκουε, φρατέρ! Οι καστές του γυτνίου ημών συμφορέ. Τα άλλα σ' αυτούς. Δυστυχήστε... Καλείστε ήδη! Της χρήμασης απόλεσεν εν παιγνίο πεσόν.
Σάντε! Μόρα! Νομίζω να σα προσύνετε! Τι κάνετε, καπιτή! Надо действовать аккуратно. Сюда меня не пустят. Тебе здесь не рады. На куски. Я убью тебя не сразу. Унится и совершит последнюю глупость в своей жизни.
тревога. Враги рядом. Эй, что? Что? Проклятие! Сдохни! Я быстрее! Здесь ничего нет! Ага, нашел! Я решил! Из тебя вышел бы отличный евнух! Могу стрелять! Умри! Прошу, помогите бедному старику. Что за переполох, старик? Тебе вырвали глаза? Да, это была Мантикора. Зверь из мифов лишил тебя глаз? У нее лицо женщины, а тело как у льва. Должно быть весьма свирепый лев. Да, и она вернется. Отведи меня к Тирамену в лечебницу. Он знает, что делать. Безумие твой лучший друг. Но я не позволю зверям тебя сожрать. Я просто собирал ягоды. Кругом полно диких зверей. У тебя нет лука? Лук против мантикоры? Из этого лука я убил тысячи чудищ. А, так ты грифон. Похищаешь меня? Успокойся, Гален. Это я, Баек, твой спаситель. Ну, где мы? Мы ведь скоро придем. Ну, где мы? Мы ведь скоро придем. Я надеюсь. Οι, της Μίζωνος Αφροσύνης. Это ты целитель, Тирамен? Да, да, а это Гален? О, боги, что с ним произошло?
Сидел и вопил. Мантикора сожрала мои глаза. Видно, вместе с рассудком. У меня есть мед и очанка, но самые редкие травы забрали жрецы. Не бросать же его. Что нужно достать? Поможешь? Это чудесно. Я дам тебе список. Посмотрим, что Тирамент сможет сделать. Как наш страдалец? Бормочет вздор. Нужно облегчить его боль, иначе он не придет в себя. Нужен настой сильфия. Римской травы? Сильфий — это наша трава. Но из-за римлян ее почти не осталось. Они хранят ее на складе, к северу отсюда. И берегут, как зеницу ока, да? Я уверен, что ты найдешь способ туда пробраться. Вы видели проконсула? Самый красивый мужчина в Кирене! Нет, в мире! Флавий! Флавий! Давайте вместе воспоем его имя! О, Вахехмер! Ты симван, Педес! Мурияс параскебас мататута эсты. Нужно быть осторожным. Нужно отнести этот чудо-сорняк Тирамену. Mora! Istante! Mora! Focus non bonum! Quid agis? Idiotin! Oram bulimiti mechanis venina excelestis! Ώστε εσύ δι' μη αγκαλίσει το χρόνο μου αρέσει. Του δανεστή. Что я несу? Помогите, прошу! Моя любовь к Флавию! Бедная женщина. Флавий разлучил ее с мужем и ребенком. Чудесно. Я заставлю нашего друга прийти в себя, если, конечно, он изначально был в себе. Если мне доведется встретить Мантикору в лесах Балагре, получишь ее голову. Был бы рад, Миджай, мальчик мой. Говорят, ее ядовитое жало вызывает мгновенный паралич. Мне бы оно пригодилось. В медицинских целях, конечно. Конечно. Прощайте, Рамен. Прощай, Баек! Остерегайся, Мантикор!
Место хорошо охраняется. Чару. Здесь заметить. Байек, Меджай Сивы, я тебя узнаю. Прошу, помоги, моя дочь в страшной беде. Иби, ты далеко от дома, друг мой. Да, Меджай. Я не мог остаться после всего. Я оплакивал тех, кого мы бросили. Что с твоей дочерью? Апаты, верно? Она встретилась с одним греком, который следовал идеалам чести. Он был мятежником. Убедил ее помочь избавить мир от римской заразы. Их взяли в плен при атаке крепости. Апаты с Хем ходили по одному песку. Наши предки делили один оазис. Где римляне ее держат? На пути в Кирену есть место, где жестоко карают пленных. Дорога завалена трупами. Не волнуйся. Я верну тебе Апаты, Иби. Я не могу.
Надо действовать аккуратно. Тебя! Ха! Я уже рядом, вижу! Помогите! Это место распятия. Апата должна быть где-то здесь. Будь благодарна, что Брут Север не забрал тебя в крепость поразвлечься. Передайте Северу, что он лучший членосос. Хаати дуаю! Хаати вилла! Хаати
захід! Мене спасу! Нардіу! Сюдіра! Бай, яка сіла! Це правда ти? Мехет! Мене спасу! А ти? Ірабуй! Саевам чумхею! Нардіу! Сюдірат! Байек, спасена героем детства. Это было так давно. Давай сперва покинем это скверное место. Эти негодяи вышлют подкрепление. Нам нельзя мешкать, Байек. Боялся, что это ты, Апате. Не могла смотреть, как римляне захватывают Египет. Ты слышал, что они устроили в Сиве? Я видел. Вы атаковали крепость? Да. Капитан лагеря Просина Север – кровожадный безумец. Каждый день этот мерзавец причиняет нашим людям новые страдания. А по ночам он скрывается и замышляет новые злодейства. Пока жив Север, восставшие ничего не смогут добиться. Именно твой сильный дух Хему и любил больше всего. Тогда у нас с ним была свобода. Я помню охоту, смех, жизнь. Того же я хочу своим детям. Я готов убить палача, Апате. Заставь этого мерзавца осознать свою ничтожность. А я пока соберу друзей. Если нападешь на лагерь, мы поддержим. Нардіу! Сюдірат! E non muovere! Si calca, capitis! Alite, Ivi! Легион потерял своего главного выродка, Севера. Mm.
Но! Yeah!
Стража держит ухо востро. Ко мне, братья! Слышали? Будьте начеку. Я помогу. Убью! Что? Эй, что? Это за игры? دعات نخبت خوان نجس خبره هذا جرو جرات سبا وعيها جسد ايبي بشيتشو مسور
Мехет, мы не способны! Агут! Минет бум! Джессен! Махамехет! Уайт Амруахасу! Этого посланника пытали разбойники. Трубите. Хапти и Меропи. Сердца, разлученные тиранией. Похоже на нас, Ай. Бедняга. Нужно... Что? Что это с тобой? Эй!
Тебе здесь не рад. Бандиты разбили лагерь на месте древнего захоронения. Это древнее место. Оно было здесь до появления римлян и бандитов. Thank you.
Лучше не привлекать внимания. О! Oh.